Привет! Доброе утро! Посмотрим, что у Лизы в сумочке. Так, у меня здесь перчатки, потому что холодно у вас, ребята. Очки солнечные, кушон, помада и американская жвачка. Но ты очень часто... А, и консилер, вот еще консилер. О, да, духи есть. Мелочь! Да-да-да. Вот, парфюм маленький, куча салфеток, фантиков от жвачек, еще консилер. Мама дорогая, еще Ой-ой-ой, кисточки даже. Мне кажется, это бездонная сумка. Реально, даже кисточки и подводка, и какое-то адское количество салфеток. Вы будете смеяться, даже палетка теней. То есть не сапожник без сапог, не бьюти-блогер без косметики. Как они помещаются? Это... Утрамбовываешь, да? Слушай, скажи, ты с 2011 года живешь в Нью-Йорке, да? Вот ты теперь, когда приезжаешь в Эстонию, ты уже себя чувствуешь здесь не своей? Не, абсолютно не чувствую вообще. То есть ты возвращаешься домой, все друзья, все места, даже несмотря на то, что новые открываются, все равно какой-то все такое... Молочный суп, кровяная колбаса. Кровяная колбаса. Без шуток, кровяная колбаса – это было первое, что я купила, и детский паштет. Это классный паштет. Италина пенлей. То есть хлебушек, паштет и огурчики. Нет, килька нее нет. Друзья, у нас сегодня в гостях бьюти-блогер из Нью-Йорка. Зовут ее Лиза Соболева, Лиза On Air. Смотрите ее канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Вот я хочу попросить тебя рассказать о твоем сегодняшнем утре. Как вот ты это делаешь для своих подписчиков? Ой, я сделала масочку глиняную черную для того, чтобы потянуть. Потому что я не представляю, как ребята просыпаетесь с утра и вот нормально бодро выглядеть. Я сделала маску для того, чтобы подтянуть кожу. Патчи под глаза обязательно наклеил. Не знаю, конечно, сколько сейчас мне это помогло и спасло в такую рань. Да, а потом стараешься накраситься, чтобы глазки не слезились. Ты сказала, что каждое утро просыпалась с утренним шоу запускать. В душевой кабинке у меня было радио, я открывала дверцу, включала вас максимально громко и красилась, и как-то так просыпалась. Потом, кстати, я садилась в автобус и слушала в наушниках еще на телефоне. Лиза Соболева, подписывайтесь, ставьте лайки. На наш канал! Да, подписывайтесь на канал Sky Radio.